Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу или дубленку. Новоторжская ярмарка «За шубой» открывает в выставочном центре Умурпорта главную выставку сезона. Новоторжская ярмарка – это российская передвижная выставка продажи натуральных шуб и дубленок для мужчин и женщин. Выбор богатый – это шапки, береты, манто, куртки, жакеты и полушубки. Выбрать оптимальный вариант можно и для себя, и в подарок. Размеры от 42 до 60, мех качественный. Нравится мех, нравится шуба. Для шубы нормальный цена. Красиво, удобно. На несколько сезонов нормальные цены. Меня устраивает фасон, устраивает цвет. Ну и цена вообще вполне устраивает. Но они смотрятся более благородным, как не шубы, это шубы есть. На красивую шубу из мутона прет-а-порте в дни ярмарки действует скидка 10 тысяч рублей. Современная шуба изнутри «Вера» станет вашей за 29 980 рублей. Для мужчин новая коллекция дубленок, цена 35 980 рублей. Сочинцам особенно полюбились на новоторжской ярмарке «Каракули Норка». Вот такую шубу из каракуля в коричневом цвете «Сур» можно купить за 90 тысяч рублей. Норковую шубу «Сказка» за 165 тысяч. Новоторжскую «Норку Корона» за 115 тысяч. Рублей. Мех российский и аукционы качественные и красивые. Тому пример – длинная норковая шуба из цельных шкур и всего за 98 тысяч рублей. Норка очень теплый, мех красивый, украшает любую женщину, я считаю. О шубе, наверное, можно мечтать бесконечно. Можно их в многочисленном количестве иметь, и она никогда не будет лишней. Я ношу постоянно шубу, если не жалею, и чем больше носишь, тем она лучше. Все шубы соответствуют российским ГОСТам, чипированы. Гарантия до года, есть возможность купить в кредит. Новоторжская ярмарка «За шубой» развернулась в выставочном центре Умурпорта. Работает по воскресенье, 24 декабря включительно.